Финал соревнований после зонального этапа. Лучшие из лучших прибыли в Анапу, чтобы поучаствовать в чемпионате. 25 команд и 75 участников. Церемонию открытия, закрытия и спортивную часть проводили на территории учебного полигона УВД по городу-курорту Анапа. В последние 5 лет руководство ГУВД по Краснодарскому краю уделяло большое внимание развитию нового служебно-прикладного вида спорта. Разработали правила проведения соревнований с учетом рекомендаций представителей сборных команд. У нас добрые традиции в России. ГУВД по Краснодарскому краю впервые стали проводить данный вид спорта, служебно-прикладной именно вид спорта, где приходится сотруднику полиции преодолевать препятствия, и в то же время надо уметь метко стрелять. При проведении соревнований следили за тем, чтобы все участники строго соблюдали меры безопасности при обращении с оружием. Дисциплина и порядок на первом месте. По итогам чемпионата на третьем месте в общем зачете отдел МВД России по городу Анапа. Второе место у отдела МВД России по Краснодару. Победитель отдела МВД России по Краснодарскому краю. Среди строевых подразделений бронзу завоевали ДПС города Краснодар, серебро у ДПС города Анапа, золотые призеры ОМОН города Сочи. Участников наградили кубками и дипломами. Первое место – это первое место. А нашей команде? Сын вроде лучший, получаешь. Успешного выступления в чемпионате. Сами соревнования – это тоже. В городе Кемерово, который состоит в та же самая тренировка, тоже она нам на пользу всегда идет. По результатам финальных соревнований организаторы сформируют и подготовят сборную команду Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Она представит наш регион на чемпионате МВД России в городе Кемерово в конце июля. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа регион.